традиционное приветствие прозвучало. И команда уже готовится начать борьбу. Ну что, хорошее настроение. Я вижу, что... Конечно, скажем о группе поддержки болельщиков «Феникса». Это уже неизменный атрибут каждого матча. Несколько слов о турнирном положении команд. Ну, в отношении «Феникса» уже было сказано. Значит, «Феникс» провел 5 игр и имеет в активе 13 очков. А вот их соперники нынешние. Компания за розыгрышем «Стандарта». И вот. Да, хорошо разыграли, и да, и Артем Шевченко открывает счет в сегодняшнем матче. Ну, так вот стандартное положение приносит успех игрокам «Феникса». О, да, сейчас как каркас ворот. Комбинация, которую сейчас завершал Даниил Дудин мощным ударом. Теперь пустые ворота. Зачем завершился этот эпизод? Ударом. Сейчас все становится равным. Матику. Вот Даниил Дудин. Да, и мощный удар. Вот еще одна ошибка. Вот дальний удар. Ворота «Феникса». И вот Дмитрий Всюков вышел на ударную позицию. А нарушен, да и Солонисовки, но посмотрим, как будет на этот раз. Надо сказать о том, что команда только вкатывается в новый сезон. Ну а помимо того, что «Феникс» идет без поражений, еще две команды под группе «Б» не знают неудач. И вот нарушение правил. Ну вот. Думаю, что следующий забитый гол наверняка может корни изменить ход сегодняшнего матча. А вот еще одна ошибка. Второе касание вратарета свободного. Ну а «Феникс» у нас наиболее яркий представитель этой мини-футбольной школы. И вот сейчас Максим Долгуля добивает второй гол. И еще раз обращаю внимание на то, что взятие ворот произошло. «Феникс» разыграл стандартное положение, и впоследствии уже второй мяч влетел в ворота. «Феникс» оказался в квартете сильнейших команд на чемпионате Украины. А важнее, наверное, тот опыт, который получили игроки «Феникса», и который им очень помогает уже в сегодняшних играх. Да, еще один. Да, и если говорить о владении мячом, то вот здесь пока оппоненты «Феникса» серьезно не уступают своему сопернику. Даниил, вот Миша Солдатенко со всех сторон окружили. Ему пришлось нарушить правила, и вот желтая карточка на исходе первого тайма. Пассивный у «Феникса», только какой дальний удар. Ну что, начался второй тайм. И сразу заброс. Смена голкипера произошла. Но в перерыве у «Феникса» теперь на воротах Вова Лазеба. И сейчас вот он выручил. Это хороший контроль мяча командой Солоницевки. Да, и вот счет становится 2-2. И снова игрок под номером 1 уже оформил дубль в сегодняшнем матче. И сразу это принесло успех и возможность провести контратаку. Но опять же, вот хороший удар Никиты Боднаря дальний. Счет уже стал 3-2 в пользу «Феникса». Поскольку ты упоминал, что 7-й номер стоит на воротах, все-таки не, то, не этот, не вратарский.
Еще один шанс. Ну, еще становится ничейные 3-3. Вот так вот. Только стоит игрокам Феникса повести в счете, как соперник уже три раза сумел отыграться в сегодняшнем матче. Ах, ну. И контратака снова на... Кстати. Хороший заброс. И вот Данила Бол уже на ударной позиции, но сейчас переиграть вратаря не удалось. Опас, да. Вот такая небольшая пауза в сегодняшней игре. Да, сейчас продолжится игра. Да, вот. Буквально в три передачи доводят мяч до ворот соперника игроки. И видно, что оба соперника уже так разбегались. Финн здорово. И... Счет равный. Давай, сейчас разогнет. Да и снова вот такая. Вот. Да, не использовал сейчас Феникс благоприятный шанс. Игрок Уотфорда сделал за игру 13 касаний, 8 из которых были в поле после пропущенной головы. Да, да еще. Счет равный. И вторая желтая карточка уже в пассиве Феникса, так? И проводят контратаки. Да, вот таких на встречных курсах уже. Еще тем интересна игра, и вот, да, сейчас был шанс. Да, вот такая обрезка. Да, но, к счастью, для Феникса мяч прилетел рядом со стойкой ворот. Вот такая игра. И самое главное, что темп игры возрос, скорости. Ну, а это уже, да, и вот сейчас, да, прекрасная комбинация, и Данила Болдышев. Да, еще становится 4-3. Еще один удар. И сейчас Саша без рук вернулся к своим воротам. Ну и зафиксировал мяч. И дальний удар. Да, здорово играет, конечно. Мы отмечали в первом тайме еще. Ох, да, команда из Солоницевки пошла вперед большими силами. И сейчас здорово сыграл голкипер. Мы посмотрим, чем завершится сегодняшняя игра. Но теперь ничего не остается соперникам Феникса, как атаковать. Еще один шанс у ворот Феникса. Никуда не пропало. Ой! Ох, какая обрезка! И выход 3 в 1, который... Да, стойко ворот сейчас выручила Феникс. Еще один дальний удар. И... На этом игра завершена. Матч закончился. 4-3. Победа Феникса. Чем мы и поздравляем наших ребят. Снимачивай комментарии тренера Феникса Сергея Гриценко. Сергей, вот сегодня такая очень непростая была игра. Что бы вы выделили в игре соперника в первую очередь? Ну, ребята очень техничные приехали. Вы же видите, на Феникс металлист приехал, я так понял, да? Ну, как бы очень тяжело было. Ребята техничные. Ну, да, хочу сказать огромное спасибо команде, что... Во-первых, и моя команда хорошо сыграла, не уступила. И команда Солоницевка, можно так сказать, тоже показала, как надо играть нашим, честно скажу. И пасы такие интересные, ну, вообще здорово, очень все понравилось. Была уверена с самого начала игры и до конца, что Феникс сегодня одержит победу?
Ну, не будем так говорить, конечно. Мы на каждую игру, конечно, настраиваем ребят на победу. Но с такой командой дорогого стоит поиграть, конечно. Как проходит сейчас адаптация к участию в турнире по 2005 году, ребят? Ну, тяжело, потому что у нас же детки 7-8 года есть тоже, и 5-го два человека. Тяжело, конечно. Ну, ничего, стараются, борются. Ну, еще, честно скажу, они не отошли после сборов. После сборов тяжело, они еще приходят в себя. Не ту игру показывают, что мы хотим видеть, честно.